День весны, вот сегодня такая замечательная погода. Вот сидят, пока ждут. Мы еще вот не пошли, только недавно приехали. Вот, сейчас пойдем, сейчас коробку понавытрясим. Да, сейчас приду, вот у меня тут печеница есть. Сейчас буду вас кормить, угощать вернее. Вот они такие сладкие. Новые вот эти собаки приехали. Может быть, с них и начнем. Тишина, все ждут. Так что мы не только тявкать умеем, мы можем еще ждать. Да, всем дам, у меня полные кармашки. Да, ругаться не надо. Ну, а там вот, вон этот боякочка сидит. Так, такие сладкие. Такой деликатный, а эти напрыгивают. Я тут на корточках сижу. Вообще такие сладкие. Вот тут этот большой трогательный собакин. Вот, да. Вот эти мои сладкие. Вот. Немножко повеселел, да. А то прям невозможно было его выманить из будки. Ну, а теперь вот он какой. Радостный. Приезжайте играть с собаками. Ой, не играть. Вот он такой общаться. Сладкий. Вот он такой сладкий. Сейчас положу телефон, буду его тискать. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Смотрите, какая она большая лапа.
ее плохо видно в теньке на солнышке. Ах ты моя хорошая. Смотрите, как она хорошая. Она любит Ларису, она уже ее знает. Да, она там была. Она все время скакала, как скакун. Ну, посмотрите, как она. Давай. Ну-ка, давай. Мы уже показывали ее. Было по мне видео. Да, она все время скачет. Смотрите, какая она большая. Да, это собака-гигант. Собака-гигант, но она ласковая девочка. Да, слушайте, а вот смотрите, какой ласковый. Ласковый какой он. На спаниельку похож, на метис. А вон, смотри, этот. Наверное, его пометили. Наверное, пиарит. Какой красавчик-то беленький. Да. Иди, красавица какая. Давайте большую отдадим в добрые руки, ребят. Давайте отдадим большую собаку в добрые руки. Девчонка хочет домой. Девчонка будет вас любить. Посмотрите, как она будет вас любить. Давай. Ты маленький слоненок. Да, ты мамонтенок. Ты ругаешься? А все, и в будку побежала. Дань. Некоторые трусишки. Трусишки убегают. Да, Таня так соскучилась. Давно не было ее тут. И собаки соскучились, и Таня соскучилась, да. Все рады. Все рады. Это трусишка там видно. Девочка, она хочет бегать. Вы какая большая, опять ласковая. Вылезай, пойдем обниматься. Иди, скажи, что мне. Иди, ты такая стесняешься. Ну, что ты хочешь? Ну, иди ко мне. А ты давай, дружок. А ты держи. И тебе подходишь. Я отнимаю. Не время. Косулечка. Косуля моя золотая. Ах, вы хорошие мои, хорошие. Ой, сейчас. Ты косуленька, косулечка. Вот она, какая красивая девочка. Косуля. Тут такой необыкновенного окраса есть собачка. Мальчик. Какой-то прям серебристый. Серебристый какой-то. О, лизун еще. Это мальчик. Кобеляшки. Кобеляшки. Да, коричневый кобелек вот этот вот красивый. И вот этот кобелек. Меняет, хочет домой. Весну почуял. Весну почувствовал. Сладкий мальчик. Вот это Бригитта. Ты Бригитта. На. Сейчас давай. На, возьми. Ой, ну что ты роняешь-то? Ты моя сладкая, сейчас приду к тебе. На, иди скорей. На, иди возьми. Ну иди, не бойся. Они прям все хотят внимания, и чтоб только им досталось. Вот, а мы пришли своей любовью поделиться со всеми. Вот, всех потискать. Иди сюда, зайка. Зайка, на. Иди ко мне скорей. Не хочет подходить вот этот. Этот боится. Ну, иди сюда, маленький. Иди сюда, моя хорошая. Иди скорее. Ну вот, сухарик берет. Фу. Вот, берет сухарик. А подойти не решается. Так, а это вот шелупонь. Ну, такая, конечно, подручная. Вот, смотрите, прям два вообще белоснежных. Два белоснежных, шоколадные. Ой,
Шоколадненькие собачки. Лёг трусишка. Такой красивый он. Ушки такие у него. Вот беглястики такие. Вот беглястик. Ну вот, потому что... Почему беглястик? Потому что у них кончики хвостиков беленькие. Это свойство породы бигль. Маша с Таня съедят. Это маленькая девочка, у нее такой расцветки, такой необыкновенной расцветки она. По отдельности невозможно, так что вот, смотрите видео, выбирайте, смотрите, какие красавчики.